Наша задача обеспечить, как я уже сказал, обеспечить безопасность жителей нашего города и гостей. Пляжи. Соблюдать те ограничения. 1,5 метра между топчинами. Но кроме топчинов, мы же знаем специфику. Топчины уже в понимании того, как мы понимаем, на которой лежит человек, уже перешли в какие-то у нас полудиваны. Ну, это востребовано. Их бы не делали, если бы это не востребовано. Поэтому нам придется провести очень большую работу сейчас с владельцами или арендаторами пляжей, теми, кто ведет свою предпринимательскую деятельность, для того, чтобы они это соблюдали. Этим будут заниматься наши департаменты, коммунальное предприятие «Побережье Одессы», уже даны все распоряжения. Вся лежит ответственность на нас за проведение разъяснительной работы. Те арендаторы, которые не будут нам помогать и содействовать этому, значит, будем принимать решение, то, о чем я сегодня говорил. Те клубы, которые не понимают наших требований, что это не моя прихоть, это действительно желание обеспечить безопасность. Поэтому те клубы, которые не соблюдают, будем рекомендовать и закрывать их. Те пляжи и те арендаторы, которые не будут с нами работать в унисон и помогать нам в наведении порядков, также будем рекомендовать к закрытию. Основной вопрос по мониторингу вот такой ситуации, проверки, это будет делать наши группы мониторинга, которые созданы в райадминистрации, это будет наши подразделения муниципальной варты, это будут наши подразделения коммунального предприятия «Побережье Одессы». Мы будем наблюдать, мы будем выявлять эти случаи и информировать силы национальной полиции. Потому что только им дано право принимать уже другие меры к нарушителям, несоблюдением санитарных норм. Вот в таком взаимодействии силам национальной полиции мы будем работать. А дальше, если уже будет необходимо, будем обращаться к патрулям Национальной гвардии. Но я все-таки надеюсь, что наша правильная разъяснительная работа, совместная работа с арендаторами, с руководителями клубов, те, кто, извините за выражение, вменяемые и понимают, в какое время мы живем, мы все-таки не будем допускать до каких-то таких прям столкновений или вот такое вмешательство сил национальной полиции. Но те, кто не поймут это, должны быть готовы, что у нас есть возможности для того, чтобы привести их в чувство.